Сегодня среда, и можно вздохнуть с облегчением, ведь вторник уже позади. Именно в этот день недели происходит больше всего аварий на дорогах, а самый сложный интервал с 6 до 9 часов вечера. Такова статистика по итогам 2013 года, цифры которой сегодня озвучили на пресс-конференции в ГИБДД. За этот период на дорогах погибли 35 человек, в том числе 2 ребенка. Какие выводы сделаны и чему уделят особое внимание в этом году? В 2013-м ездить стали быстрее. Все системы автоматического контроля теперь срабатывают на скорость 80 км в час. Но этого водителям мало. Почти половина всех ДТП происходит из-за превышения скорости. Гоняют и при этом забывают о собственной безопасности. Более 24 тысяч протоколов за непристегнутый ремень. Не думают и о детях. 5 тысяч водителей оштрафованы за отсутствие детских кресел. Впрочем, это характерно не только для нашего города. ДТП в Чистопольском районе, когда... Отец семейства, ну, можно сказать, убил своих детей, да. Хоть он многодетный, трое детей погибло, один остался сиротой. И все находились в салоне без детского удерживающего устройства. Даже там здесь больше даже акцент делается, что виноваты сотрудники госавтоинспекции, которые вовремя не остановили, не наказали. 8 экипажей смену на 500 000 жителей. Это слишком мало, считают ГИБДД. Но никаких сил не хватит бороться с излишней самоуверенностью. На дорогах, изрезанных ямами и колеей, где плохо обновляется разметка и не хватает освещения. В набережных Челнах сегодня на особом учете 69 мест с так называемой повышенной концентрацией ДТП. Одно из таких мест – перекресток проспектов Мира и Дружбы народов. Здесь встречаются автомобильные потоки с 4 основных проспектов города. В 2013 году на данном участке произошло 17 ДТП, в которых пострадали 22 человека. На фоне человеческой жизни все остальные проблемы кажутся менее значительными, но им нужно уделять время. Например, сейчас проспекты, где ходит общественный транспорт, эвакуируют примерно по 10 автомобилей в день, а под конец прошлого года эта цифра доходила до 40. Кроме того, инспекторы не оставляют попыток очистить, наконец, Орловское кольцо от припаркованной спецтехники. Уже действительно, уже оборзели. Ладно, как бы раньше мы как бы глаза закрывали, ну стоят, уж там людям зарабатывать надо. Ну уже как рынок какой-то, тут газели, тут КАМАЗы там на самом деле. Там. Я дал команду на самом деле. Обочины – это не рынок. Еще одно предписание было направлено на станцию скорой медицинской помощи. В нем говорится о том, что водители злоупотребляют спецсигналом и маячком во время движения и используют его не только когда торопятся к больному. Егор Орлов, Дмитрий Кравченко, Эльнар Мустафин, РНТВ, Набережные Челны.